Пришел, да, Сергей Троицкий, вот просто голос, а я так не заметил его даже. Света Сокова это посетила моднейшая презентация адвоката Белякина, например. Почему мы живем в полухуевой стране, например, да. Раз Медведев посмотрел, например, раз Путин посмотрел, например, да, вот эту телегу, и потом говорит своему помощнику, I wanna be love for you, что-то. Да. Вроде бы солидный человек, это адвокат Беляк, который занимается только процессами века, например, имеет 5 вилл в Испании, например, да, называется. Человеку, который живет в обществе потребления, очень важно, что, например, чтобы продукт был клевейший изначально, да, потому что бывает так, о чем мы говорили, когда Беляк к нам на студию заезжал, он говорит, там мастеринги, например, да, вроде записываем музыку, отлично получается, а потом в конце говно, например, да, и важно очень мастеринг, например, да, и Путин, если бы он бы как раз тоже бы записывал свои альбомы и пел бы, он получается так, что я занимаюсь страной, а где мастеринг, вот, и, соответственно, тогда бы Путин стал бы думать, например, да, сюда, кого позвать делать мастеринг? Эдуарда Лимонова, может быть, например, до сюда. Он вышел бы на Кремлевскую стену, например, да, откуда видно вся Москва, например, до сюда. И получилась бы охуенная, моднейшая картинка дизайна жизни нашей России. Ну и, конечно, Россия преобразится. Наверное, да.